Футбол – это, пожалуй, самый массовый и популярный вид спорта в Краснодарском крае, да и в нашем муниципалитете. Студенты, рабочие, аграрии, военнослужащие и правоохранители после напряженных трудовых будней надевают форму своей команды и выходят на футбольное поле, чтобы побороться за победу. На футбольном поле спортивной школы «Виктория» созданы все условия для проведения спортивных состязаний, и потому любительские команды с удовольствием здесь играют. В открытом зимнем чемпионате района принимают участие не только славянцы, но и спортсмены из Краснодара, станицы Анапской, поселка Октябрьского. Команда «Динамо» славянского МВД встретилась с футболистами спортшколы «Виктория» из поселка Совхозного и одержала убедительную победу со счетом 8-0. Динамовцы имели преимущество во всем. Они больше владели мячом, четче передавали его друг другу, больше, а главное, точнее били по воротам. Болельщики команды поддерживали удачные действия спортсменов. Самая главная задача – получить удовольствие от футбола. Ну и, соответственно, занять призовые места, желательно первое место. То есть, как бы, мы подняли планку, мы ниже там второго-третьего места, я уже не помню, наверное, лет 5 уже не опускаемся, а может быть и 10, потому что, ну, я недавно, скажем так, сравнительно стал играть за «Динамо». Поэтому, ну, команда с историей довольно такой уже богата и постоянно в призах. Настроение замечательное, великолепное, можно сказать, весеннее, все соскучились по футболу, хоть и, ну, мы играем на любительском уровне. То есть, ну, ребята все с азартом, желанием выходят, играют. Динамовцы, начав турнир с двух бескомпромиссных побед, нацелены на самые высокие результаты. Команда «Дружба» прикубанского сельского поселения пока не имеет таких возможностей, но здоровые амбиции у этих футболистов есть. Любовь к спорту и вот эти все наши интересы, то есть наша стойкость, наша энергия, мы вот именно этим и берем иногда таких вот, достигаем результатов. Поэтому я же говорю, не все решается в финансовом плане. Главное – любить спорт по-настоящему. Наша команда, да, молодая, и сегодня мы будем стараться добиваться успехов. В том году, конечно, результаты были не очень, но сейчас мы подтянулись, настроились, команду чуть-чуть обновили, так сказать. Будем очень стараться. Во встрече с командой «СКА» и «Славянска» на Кубани «Дружба» уступила 0-3. На счету этих футболистов из Прикубанского есть одна победа в зимнем первенстве. И, скорее всего, она будет не последняя. Все решает игра. От уровня подготовки, мотивированности, настроя на победу будут зависеть результаты. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».